Всем привет, продолжаем играть. Напоминаю, что играем в офигительные БКшки, три восьмерочки Старс, ссылочка на нее находится в скрепленном комментарии. Также не забываем подписываться на канал, на 3000 подписчиков у нас будет офигеннейший розыгрыш. Так, на счету у нас 42 500, это у нас финальный ролик за сегодня. Давай попробуем до 50 как минимум дойти, по 2,5 будем играть. Блин, ну пока возможно все-таки возврат-то даст, хотя... К сожалению, минус. Ну ладно, быстро не будем отчаиваться. Опять на возврат одной не хватает, что ли, серьезно? Ну? Ну хотя бы x1, ладно. На полтора, да, не хватает. Ну давай сюда. Тут будет немножко зелени. Кстати, но на x5 пока не тянем, да? Так, может x2 хотя бы нет. Опа, а вот и x5, это хорошо. Даже 6,5 мы собрали, ну прям вообще нехило. Плюс 10к у нас уже есть, 53 тысячи. План минимум пока сделан, да, но мы будем еще в скретч играть по 2,5 тоже. Раз, два, три, четыре, пять, x2 только, понятно. Раз, два, три, четыре, ну дай кэф. Ладно, по 5к будем рисковать, x2. Куча минусов опять. x4, блин, 43 тысячи. Ну дай что-нибудь покрупнее. x8, да неужели, блин, просто неужели. 40 косарей нам прилетает. 63 тысячи. Это, конечно, классно. Так, теперь давай кристалл. Его покрутим, наверное, по косарю. Больше смысла нет, я думаю, 900. Так, ну давай все-таки, может, еще что-нибудь будет. Тут нет. Минус 1000. 5 минус косарь. Так, 2300. Синие, я не знаю сейчас, как пойдут. 2900. Ну, такое себе, да. Было чуть больше. 62 тысячи. Так, ну пошли во фрутбласт. Тоже, наверное, по косарю пока что. Так, три винограда. Ну, тут нифига не соберется, да? Да, минус. Тоже минус. Блин, минус 60 тысяч уже на балансе. Но я думаю, сейчас что-нибудь отыграем все-таки. x1, да? 1,2. Ладно, давай еще. Ну, тут фигня какая-то. Минус. Так. Да капец, сколько минусов. Нет, фрутбласт вообще не хочет. Ладно. Давайте попробуем тогда еще скретч лотери по косарю. Надо бы как-нибудь вернуть 60 косарей. x1. x2, так, плюс 1000. В принципе, конечно, неплохо, но... Что у нас еще будет? Нет. x1. Сейчас, скорее всего, нули, да? Нет, тоже возврат. Блин, давай попробуем 2000 поставить. А вот на двух косарях, да, не повезло. Ладно, догон 4000. Да серьезно? Собака. Ладно, еще раз догоняем 8к. И походу очень даже зря. Ладно, черт с тобой, еще 8 тысяч. Всего лишь x1. О, сейчас заиграюсь, будет совсем плохо. 0. x2, да неужели, блин. 52 хотя бы вернули. Ну, в большом, конечно, мы в минусе. Давай попробуем снова скретч. Давай, короче. 2950 поставим, не знаю, повезет, не повезет. 50 тысяч мы точно оставим.
Давай, скретчик. Ну чё? Алло. Ну ты чё подвис-то, а? О, X10, ни хрена себе. Я-то думаю, чё он подвис? Жесть. Почти 80к. Ну, считай, 80 тысяч, тут 500 рублей не хватает. Ладно. На этом прекрасном заносе мы останавливаемся. Всем спасибо за просмотр. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.